Каспийске на территории парка имени Халилова в чайном дворике состоялось духовно-нравственное мероприятие для людей с ОВЗ в честь месяца Рабиуль-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Руководитель благотворительного фонда «Инсан» Ансар Курбанов поделился программой мероприятия. На сегодняшнем мероприятии, на духовно-нравственном мероприятии, посвященное месяцу рождения пророка Мухаммада, да благословить его Всевышний приветствует, будет у нас выступление богослову. Угощение от чайного дворика и чай, и ароматный плов, а также будут исполнители нашидов. Организаторами данного мероприятия выступил благотворительный фонд «Инсан» по инициативе помощника главы города Арсена Базаева. Поддержали также идею проведения данного мавлида администрация Каспийска и совет имамов города под руководством Мурада Исмаилова. Кроме того, финансовую помощь в организации оказал владелец кафе «Чайный дворик». Гости мероприятия не остались в стороне и выразили организаторам благодарность за колоссальную поддержку. По обстановке видно, что очень серьезное мероприятие. Баркала всем от души. В этот праздник Рабиуль-Аваль, это очень хорошо. Здесь собрались около 40 людей с ограниченными возможностями. Баркала всем организаторам, также отдельно Арсену Базаеву, что нас собрал так, имамам, муфтияту, фонд «Инсану» особенно. Баркалзе за такой праздник, за такой священный праздник. Отметим, что подобное мероприятие проводилось ранее в городе Махачкала.